Все ближе 30 апреля. День проведения важного политического события в жизни страны – референдума по проекту обновляемой Конституции. В его преддверии в Джизаке прошло очередное красочное и насыщенное эмоциями мероприятие. Представители широкой общественности, выступая с речью, акцентировали внимание на правах человека, его свободе, достоинстве. Ведь именно эти основные ценности наиболее ярко отражены в проекте основного закона. Разные локации, разные судьбы, но атмосфера похожа. Цель одна – внести вклад в дальнейшее процветание Родины. Она и объединила участников культурного мероприятия, прошедшего в Джизаке. Место встречи – один из крупнейших автомобильных заводов. Помимо работников данного предприятия, здесь можно было увидеть представителей самых разных сфер. И каждый хочет поделиться своей жизненной историей. Рассказать о том, через какие трудности пришлось пройти. И то, какие возможности ему дал новый Узбекистан. Mana shu 76 yoshimda bir qancha mana shu konstitutsiyalarni guvohi bo'ldim. Albatta mana shu pensiya olish davrimizda bir qancha qiyinchiliklarda ham boshimizdan kechirib o'tkazdik. Albatta bunda bizni qo'lib borayotgan ishlarimizni ko'rib yurtboshimiz tomonidan biz keksalarga juda ham katta g'amxo'rlik ko'rsatildi. Mana bugun keksalarga ko'rsatiladigan g'amxo'rlikdan biz juda ham mamnunmiz. Oladigan pensiyalarimizni qarang. Xohlasak naqd pulga olyapmiz, uyga olib berilyapti. Xohlasak plastik kartochkaga o'tkazilyapti. Uni xohlagan joydan barkamatdan naqd pul qilib olyapmiz. Yana bir qatorda bugun biz ishlayapmiz, mana Toshkent shahrida yashaydigan barcha mehnat faxriylariga metroda yurish chiptasi bepul tashkil qilinganini ko'rdik. Bu ham bo'lsa biz keksalarga yaratib berilgan katta sharoitdir. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 46-chi moddasida keksalarni vaqtida ularning ijtimoiy himoyalash qonun bilan kafolatlashtirilgan. Biz 30 aprel kuni butun keksalar tengdoshlarimiz bilan, siz yoshlar bilan birgalikda mustaqil O'zbekistonimizning konstitutsiyaga bag'ishlangan referendumda birinchilar qatorida ishtirok etamiz. Rahmat. Действительно, происходящие перемены на своем жизненном опыте может подтвердить практически каждый. Взять, к примеру, сферу образования. Диана Муртазакулова – одна из тех преподавателей, кто застал период, когда основной деятельностью педагогов был сбор хлопка. И на предстоящий референдум Диана и ее коллеги пойдут с радостью. Ведь согласно обновляемой Конституции, труд учителя признается основой развития общества и государства. Тогда наша система образования, народного образования, требовала тотального реформирования. Сейчас я являюсь живым свидетелем того, что это все происходит на моих глазах. Хотелось бы отметить, что, конечно, Конституция наша законодательно будет закреплена, то, что вообще какой-либо принудительный труд, он противозаконен. Меня это радует. То есть у вас уже будет уверенность в этом в завтрашнем дне? Конечно. У меня будет уверенность в завтрашнем дне. Я буду точно знать, что завтра я приду на работу. Я буду вести свои уроки, я буду делиться своими знаниями, опытом с подрастающим поколением, а не пойду на поле собирать хлопок. Я рада тому, что каждый день я могу прийти в школу и работать с детьми. Ну, вот в таких вот условиях. Ага. И вот теперь какие планы у вас на перспективу, какие цели вы поставили перед собой на будущее? Ну, как педагог, я, конечно же, поставила цели, которые тесно связаны с моей сферой деятельности, обучать наше подрастающее поколение. А ближайшая моя цель, я думаю, цель всех граждан Республики Узбекистан, это принять участие на предстоящем референдуме, который состоится 30 апреля 2023 года. Сегодня мировоззрение джизакцев, их отношение к жизни действительно меняется в корне. Реальные жизненные истории, точки зрения по поводу важности проведения референдума лишь подтверждают наши слова. Послушать реальные жизненные истории, которые действительно мотивируют. И каждый свет на сегодняшний день – это своя конституция.
Отрадно видеть в этих массовых мероприятиях и представителей молодого поколения, которые имеют конкретные цели и стремятся занять достойное место в обществе. Наша молодежь стремится показать себя во всех сферах. В высших учебных заведениях увеличилось количество грантовых мест, и это является мотивацией для поступающих, так как грант – это своего рода визитная карточка студента. И поэтому я считаю, что в наше время наша молодежь должна больше развиваться, больше показывать себя во всех сферах. Главное захотеть, правильно? Возможности есть. Да, ведь главное желание учиться. И важно то, что сегодня уделяется внимание именно поощрению инициатив молодежи. Это, кстати, закреплено в обновляемой Конституции. Насколько это вас мотивирует, молодежь в Шизахской области? Действительно, 52-я статья Конституции, она дает реальную возможность для наших юношей и девушек проявить себя во всех сферах. Например, в 52-й статье описывается это то, что мы действительно ожидали. Ну и какие цели вы поставили перед собой? Какие планы на перспективу? Ну, во-первых, принять участие в предстоящем референдуме. Хотелось бы отметить, что референдум является жизненно важным для каждого из нас. А ведь реформы в сфере молодежной политики, в частности высшего образования, весьма масштабные. До недавнего времени в Шизахской области было всего 2 института. Сегодня количество вузов достигло 6, что лет 5 назад казалось сказочной цифрой. Соответственно, растет количество квот для поступления и расширяется охват высшим образованием. Эти реформы были отмечены в ходе массового мероприятия. И то, что задачи по поддержке молодежи закреплены в обновляемой Конституции, звучало. Это еще раз подтверждает – Узбекистан на правильном пути. Мен Пахтакор тумандаги Семирок инновацион урукчилик компаниясы директору Субанкулов Шахасанман. Биз 20 йилдан бери фермерлик билан шугланамиз. Олдинлари тадбиркорлик қилиш қийин эди. Охирги 5-6 йилда тадбиркорликка жуда катта эътибор ва имконият берилияпти. Хурматли президентимиз 2019 йил Жизахга ташрифида бизнинг лойиҳамиз тасдиқланиб, Республикада birinchi urug'chilik klasterini tashkil qildik hamda Xitoydan paxta g'alla urug'ini tayyorlaydigan 2 zamonaviy zavod olib kelib ishga tushirdik. 67 doimiy yangi ish o'rinlarini yaratdik. Va o'zimiz yetishtirgan paxta g'alla mahsulotlarini o'zimiz qayta ishlab urug'larini respublikamizdagi klaster fermerlarga yetkazib beryapmiz. Qolaversa urug'lik mahsulotlarimizni eksport qilishga ham erishdik. 2022 yil urug'chilik klasterimizni urug'chilik kompaniyasiga aylantirdik. Hozirda 4 tumanda g'o'zaning yangi navlarini ilmiy asoslangan holda ko'paytiryapmiz. Biz kelgusida yana yangi loyihalarni rejalashtirganmiz va hozirgi yangi tahrirdagi qorin loyihasining aynan 67 moddasida tadbirkorlar o'z faoliyatini yangi yo'nalishlarda boshlash huquqiga ega va o'z faoliyati yo'nalishlarini mustaqil ravishda amalga oshirish huquqiga ega deyilganligi va shunga o'xshash ko'plab yangi o'zgarishlar biz tadbirkorlikni yanada rivojlantirib, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratib, eksport hajmimizni oshishga juda katta xizmat qiladi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasida eng avvalo O'zbekiston kelajagining taraqqiyoti, insonlarning huquq va erkinliklari va haqiqiy demokratik davlat aks ettirilgan. Biz yangi tahrirdagi qonun loyihasini oilamiz va butun jamoamiz bilan qo'llab-quvvatlab 30 aprelda bo'ladigan referendumda faol ishtirok etamiz va barchangizni ushbu referendumda faol ishtirok etishga chaqiramiz. Rahmat. Поддержка предпринимательства – еще одно приоритетное направление. Ровесница независимости Барну Нарзулаева хорошо помнит. Для налаживания собственного дела приходилось собирать десятки справок и обращаться в разные инстанции. И многие на этом пути отказывались от своей мечты. Но не Барно. Обновляемая Конституция открывает для меня мир новых возможностей, потому что в ней есть идеальная статья для лиц с инвалидностью. И, соответственно, люди с ограниченными возможностями будут всегда чувствовать, что они под надежной защитой и заботой государства. Это дает лично мне еще больше сил и уверенности в себе. Знаете, ремесленничество – смысл моей жизни. Я не только занимаюсь предпринимательством в этом направлении, но и обучаю молодых девушек профильным навыкам. В будущем обязательно буду расширять свое дело. Сегодня наряду с внешним обликом Шизахской области, которая развивается ускоренными темпами, кардинально меняется и политика правовой, социально-экономический и духовно-культурный облик общества. И цель обновляемой Конституции – обеспечить благосостояние, честь и достоинство народа, чтобы реформы нового Узбекистана были продолжительными.